Добрый день, на связи Сергей Мартынец, и сегодня хочу пригласить вас на всеукраинский бизнес-форум, который пройдет 6 декабря в городе Днепропетровск. На этот бизнес-форум мы смогли пригласить 5 топ-лидеров, 5 первых обладателей Volkswagen Polo от компании, первых обладателей Mercedes в Украине. Это люди, которые, несмотря на кризис, несмотря на какие-то неурядицы в нашей стране, они своим примером показывают, что бизнес ЛР – это классная возможность для повышения доходов в Украине. На этом форуме мы также сможем обучаться у такого лидера, как Генрих Эрман. Это человек, который побил все рекорды. За 3 года он смог выстроить организацию, и на сегодняшний день его доход более 100 тысяч долларов в месяц. Также на мероприятии будет Евгений Пономаренко, это коммерческий директор компании LR в Украине. Он поделится стратегией развития компании, он поделится планами на будущее. И вы сможете действительно разобраться и увидеть своими глазами, что себя представляет бизнес ЛР. Если вы наблюдаете за нашим бизнесом через интернет, если вы наблюдаете в соцсетях, я вам рекомендую один раз придите и увидите своими глазами, что себя представляет этот бизнес. Знаете, если отбросить эмоции, посмотреть, что произошло в России за 3 года. За 3 года компания ЛР выдала более 1500 Volkswagen, более 100 Mercedes. И вы знаете, это не шуточный результат, потому что в Украине будет такой же результат через некоторое время. Я рекомендую вам просто не упустить эту возможность, и вы можете быть одним из первых, кто будет в вашем кругу знать о этой компании. Потому что пройдет 5-7 лет, и эта компания будет такая же известна, продукты будут стоять почти в каждом доме, и будут ездить автомобили с логотипами ЛР. И может быть у вашего соседа будет такой автомобиль. А вы можете задуматься туда, оказывается, 5 лет назад меня приглашали в эту компанию, а я упустил свою возможность. Если вы являетесь уже партнером ЛР, я вам рекомендую приехать обязательно на этот форум и привести свою команду. Если вы только разбираетесь на стадии принятия решения, обязательно свяжитесь с тем человеком, который вам показал это видео, и сделайте все возможное, чтобы вы были на этом форуме, и вы своими глазами увидели, что себе представляет бизнес ЛР. С вами был Сергей Мартынец. До скорых встреч. Увидимся в Днепропетровске. Пока-пока.